Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами подходим уже к концу замечательного цикла лекций «Исмаилизм и исмаилиты. История взлетов и падений». У нас с вами осталась последняя нераскрытая тема, а именно «Исмаилиты в 20 и в 21 веках». Напомню вам, что мы поговорили с вами о том, как и когда появились исмаилиты, поговорили с вами об империи фатимидов. На второй лекции мы поговорили с вами об исмаилитах и ассасинах и разобрали, что между ними общего, а что придумал Марко Поло. На третьей лекции я вас познакомила с Владимиром Ивановым, с нашим российским востоковедом, который внес неоценимый вклад в историю изучения исмаилизма. И сейчас мы переходим с вами к последней лекции этого цикла, к теме исмаилитов в 20 и 21 веках. И сразу должна вам сказать, что тема эта была довольно сложная, хотя, казалось бы, много довольной информации в интернете, и, в общем-то, все сейчас происходит на наших глазах. Однако, как раз-таки в обилии информации есть основная сложность, потому что структурировать и выделить что-то одно важное довольно не просто сложно, наверное, даже невозможно, потому что важное у каждого свое. И сегодня я вам расскажу о своем важном в истории исмаилитов в 20-21 веках. Предлагаю вам также присоединиться к нашей группе в Телеграме. В чате мы выкладываем полезные ссылки, PDF-файлы разных книг, посвященных исмаилизму. Группа состоит из всех интересующихся исмаилизмом, и также там много самих исмаилитов, поэтому всех туда приглашаем. И надеемся, что одним циклом лекций это не закончится, и мы придумаем что-нибудь еще, о чем мы еще не рассказали. А пока что мы вернемся к нашей теме, а именно к исмаилитам в 20-21 веках, и поговорим сегодня о истории взлета исмаилизма в начале 20 века, который продолжается, в общем-то, до сих пор. Поговорим о семье Агахана, кто это такой и что делают его дети сегодня, а также обратимся к теме образования, к теме знания и в исмаилизме, и в истории изучения исмаилизма. Итак, поехали. Агахан I. Агахан I жил в Иране, и был он генерал-губернатором южно-персидской провинции Керман. Вот, посмотрите, пожалуйста, на карту она выделена. Все у него было хорошо, и он даже был зятем Фатхали-Шаха. Посмотрите, пожалуйста, на эту замечательную миниатюру. Будете в Государственном Эрмитаже, не проходите мимо. Фатхали-Шах был вторым шахом Ирана династии Каджаров. Примерно в 1830 году как раз именно Фатхали-Шах пожаловал титул Агахана исмаилитскому имаму. И с этим титулом исмаилитские имамы живут до сих пор, их все знают как агаханов. И сейчас мы знаем уже четвертый агахан стоит во главе исмаилитского сообщества. Однако замечательная жизнь первого агахана несколько испортилось, когда Фатхали-Шах умер, и ему на смену пришел внук Мухаммад-Шах. Мухаммад-Шах воспитывался в исторической области Азербайджан, и, естественно, когда он сменил своего деда на престоле, он, как бы сейчас сказали, привел свою команду. А команда его была как раз из азербайджанских чиновников, и во главе каждого Астана, каждой провинции, он стремился поставить своего генерал-губернатора. Естественно, были задеты интересы первого агахана, и в результате неудачной попытки противостоять Мухаммад-Шаху он был вынужден бежать в Бомбей в 1840 году. В Бомбее агахан I довольно быстро обосновался, потому что не нужно забывать, что в Индии всегда была диаспора исмаилитов, она там называлась Ходжа. И агахан приехал не на пустое место. Кроме того, он довольно быстро нашел общий язык с англичанами, оказывал им различные услуги, выступал вместе с ними на защиту приграничных территорий против племен и также регулировал настроение и симпатии, антипатии в исмаилитской общине в Индии XIX века. Кроме того, агахан I получил от английского правительства право титуловаться его высочество. И, собственно, этот титул он носил до самой своей смерти.
Умер он в 1881 году, и его наследником стал его сын Агахан II, Алишах. Однако Агахан II недолго был во главе исмаилитской общины. Прежде всего, он запомнился всем как хороший охотник и знаток персидской поэзии. На политической арене он ничем особо не выделился, однако он продолжил дело своего отца, укреплял отношения с англичанами и работал, трудился на благо своей общины. Как я уже сказала, он недолго был во главе исмаилитской общины, всего лишь 4 года, он умер в 1885 году, и его наследником стал его сын Агахан III. Прежде чем мы перейдем к Агахану III, я должна сказать, что женой Агахана II и именно матерью Агахана III была сестра последнего абсолютного монарха Персии Насир ад-Дина Шаха. То есть, как мы видим, даже после изгнания связи между Ираном и исмаилитским амматом только крепли. Итак, наследником Агахана II стал Агахан III, султан Мухаммад Шах, собственно, при котором и начался резкий подъем исмаилитского общества, наверное, во всех сферах. Агахан III родился в Караче, сейчас это Пакистан, тогда же это была Британская Индия, 2 ноября 1877 года. Он довольно рано стал исмаилитским имамом, стал Агаханом III, но нужно сказать, что его образование было превосходным, и он с блеском выполнял свою роль. Он получил хорошее английское образование, был очень галантным джентльменом, но кроме того, он получил традиционное мусульманское образование. И вот это сочетание двух культур, сочетание двух традиций подготовило его к выполнению обязанностей имама в непростой век, в непростой период конца 19-го, начала 20 веков, когда начались многие процессы, которые аукаются на самом деле до сих пор. Это и антиколониальное движение, это и рост самосознания отдельных групп этносов и народов, это и мусульманское реформаторское движение в рамках ислама и так далее. В 1906 году Агахан III стал одним из основателей и первым президентом Индийской мусульманской лиги. Позже эта лига сыграла важную роль в создании независимого государства Пакистан. Агахан III также оказал значительную помощь союзникам в годы Первой мировой войны и много сил отдал работе в Лиге наций. Кроме того, Агахан III занимал важные посты на протяжении всей своей жизни. Однако проживал он в основном в Европе, потому что он считал, что таким образом он не отдает предпочтение какой-то одной группе исмаилитов, среди которых он проживает. То есть он выбрал Европу как нейтральную территорию для своего проживания. Женат он был 4 раза. Первый раз он женился на своей двоюродной сестре, второй его супругой была итальянка, а третий и четвертый были француженки. Умер Агахан в Женеве 11 июля 1957 года, но прежде чем мы перейдем к этой траурной дате, нужно сказать, что за 72 года правления община праздновала 3 юбилея Агахана. Посмотрите, пожалуйста, здесь небольшое видео последнего платинового юбилея Агахана. Обратите внимание, сколько людей приехало поздравить и засвидетельствовать свое почтение исмаилитскому имаму в этот день. Он уже не молод, он уже давно стоит во главе исмаилитской общины, и мы наблюдаем, как происходит символическое взвешивание имама и уравновешивание его на весах несколькими слитками серебра, золота, каких-то металлов и драгоценностей. Это такой древний религиозный ритуал. The 3rd of February, 1954. The stage is set for the historic platinum weighing ceremony. 50,000 people foregather in a specially erected stadium at the Aga Khan Gymkhana, Karachi. A
officials and dignitaries start arriving as the time for the ceremony draws nearer. The huge stadium is packed to capacity with guests and 35,000 Pakistani followers of the Aga Khan. 17 countries with Ismaili populations have sent representative delegations to witness this unique ceremony. Dressed in their national costumes, Ismailis from three continents add a touch of color and internationalism to the scene. This vast assembly is a tribute to the leadership of His Royal Highness, not only by his own followers, but also from the Muslim people of this subcontinent, for whom he first secured the right of separate representation in politics, thus safeguarding their religious, political, and cultural identity, which later led to the birth of Pakistan. Prince Ali Khan arrives with his Karachi host, His Excellency the Governor of Sindh, and Begum Rahim Tula, and meets important guests from overseas and Platinum Jubilee officials. The Honorable Prime Minister of Pakistan and Begum Muhammad Ali are conducted on arrival towards a special enclosure where they are welcomed by Prince Ali Khan. Their Royal Highnesses Prince and Begum Aga Khan are now arriving, and tumultuous cheering breaks out as they drive into the stadium. Dressed in traditional ceremonial robes, which he wore nearly 60 years ago when he first met Queen Victoria, His Royal Highness acknowledges the greetings of the gathering as he walks slowly forward to ascend the dais. Begum Aga Khan is received in the special enclosure by the Prime Minister and Begum Muhammad Ali. All eyes are turned towards the dais, and this predominantly Muslim audience looking at the dignified figure in half a century. True Islam, he has said, is dynamic with its simple faith and open mind. The soul of our nation is more important than all its other resources. After a recital from the Holy Quran, an address of welcome is read out, enumerating His Royal Highness's vast achievements. Addressing the assembly, His Royal Highness said that if the people of a nation are united and self-sacrificing, there is nothing they cannot overcome, and everyone should be loyal to Pakistan. The dais starts revolving as the weighing ceremony begins. Symbolic pieces of platinum are placed on the scale, which has been specially constructed to register 14 pounds for every ounce of platinum. The funds collected by the Platinum Jubilee Association will be devoted to the formation of the Platinum Jubilee Finance Corporation, with a capital of 1.5 crores of rupees, whose objective is that no Ismaili in Pakistan remains without a profession or business of his own by 1960. The applause mounts as the weighing proceeds, and the scale finally shows His Royal Highness's weight at 215 pounds. The Platinum Jubilee marks the completion of 70 years of the Aga Khan's spiritual leadership of Ismaili Muslims, and His Royal Highness receives innumerable felicitations when he descends from the dais. So ends this historic jubilee, another unique landmark in the distinguished career of a great Muslim and a great man, whose service to our people and love for Pakistan are characterized in his parting message to our nation, which said, Pakistan, Zindabad! Нужно сказать, что все деньги, которые были так или иначе получены в рамках деятельности имама, были направлены на помощь исмаилитской общины и на развитие фондов помощи исмаилитам в разных частях света. Ага Хан прожил долгую жизнь, и он оставил после себя воспоминания. Посмотрите, пожалуйста, я прикрепляю здесь QR-код, по которому вы можете перейти на сайт и прочитать их в оригинале. Ага Хан прожил, как я уже сказала, долгую жизнь, и я думаю, что его воспоминания должны быть многим интересны.
Но кроме мемуаров у него есть и другие книги, а именно свои политические взгляды он изложил в книге «Индия в переходный период» еще в 1918 году. Его идеи во многих аспектах предвосхитили концепцию британского содружества наций. Нужно сказать, что Агахан III был дальновидным политиком не только в качестве руководителя исмаилитской общины, но и как духовного управителя исмаилитов. И из своих двоих сыновей он не выбрал никого наследником, а назначил наследником своего внука, принца Карима. Принц Карим стал Агаханом IV после смерти деда в 1957 году. Он родился 13 декабря 1936 года в Швейцарии. Там же он и закончил школу, а затем поступил в Гарвардский университет, который с отличием закончил в 1959 году по специальности «История ислама». Как я уже сказала, в 1957 году принц Карим был провозглашен Агаханом IV, и он наследовал титул имама исмаилитов-низаритов. Обратите внимание, что он стал имамом еще во время своего обучения в университете, и заканчивал университет он уже как исмаилитский имам. В том же 1957 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему титулование высочества, а в 1959 году шахиншах Ирана Мухаммад Реза Пехлеви присвоил ему титулование королевского высочества. Однако, несмотря на столь высокие титулы, королевское высочество и его высочество, Агахан IV всегда подчеркивал, что его роль как имама духовная, а не политическая, и не соответствует роли руководителя страны. С одной стороны, его роль гораздо больше, с другой стороны, он оказывается вне политики и вне государственных границ в принципе. Приведу цитату из его речи, с которой он обратился к обеим палатам парламента Канады в 2014 году. «Исмаилитский имамат — наднациональное образование, представляющее преемственность имамов со времен пророка Мухаммада. Роль исмаилитского имама духовная, его авторитет — это авторитет религиозной интерпретации. Это не политическая роль. В современную эпоху имамы не управляют никакими землями». В той же речи он сказал: «Хотя были времена, когда исмаилитские имамы были также халифами, другими словами, главами государств, например, в Египте во времена фатимидов, мои обязанности сегодня стоят вне политики. Все исмаилиты в первую очередь граждане своей страны рождения или страны, принявшей их». Конец цитаты. Таким образом, Агахан IV подчеркивает, что он не имеет и не хочет иметь политических рычагов влияния на своих духовных чад, скажем так. Однако у него есть другой способ оказывать помощь своим единоверцам, а именно фонд развития Агахана, Агахан Development Network. Фонд был создан в 1967 году, и фонд сотрудничает с правительствами многих стран в Азии, в Африке, в Европе и Америке. В АКДН входят учебные центры Агахана, агентство Агахана по микрофинансированию, служба Агахана по образованию, фонд Агахана по экономическому развитию, по планированию строительству и многое-многое другое. На официальном сайте АКДН сказано, что миссия организации с течением времени вышла за рамки помощи только исмаилитской общине. И сейчас некоторые программы АКДН работают также и в странах или же на тех территориях, где нет общин исмаилитов, однако есть некоторые проблемы, и АКДН помогает их решить. Например, в Египте, в Индии, в Кыргызстане и Мали. Я, наверное, остановлюсь подробнее на образовательной составляющей фонда Агахана по развитию. Есть два проекта, а именно университет Агахана, первый из них. Он зарегистрирован правительством Пакистана как международный университет с полномочиями управлять программами, филиалами и кампусами в любой точке мира. И действительно, университет функционирует в Пакистане, Кении, Танзании, Уганде, Афганистане и Великобритании.
Можете себе представить, как далеко все эти точки друг от друга находятся. Второй образовательный проект, который реализует фонд Агахана по развитию, это университет Центральной Азии, который также существует и реализован в нескольких странах одновременно. Это самоуправляемый региональный университет, устав которого был создан в соответствии с международным договором между Таджикистаном, Казахстаном и Кыргызстаном. Ну и, естественно, и с Смаилевским имаматом. Но если мы говорим о странах, то их три. Перед вами фотография кампуса университета в городе Нарын в Киргизской республике. Очень важной составляющей всех проектов Агахана, в том числе его проектов образовательных, его университетов, является волонтерство, то есть добровольный вклад каждого исмаилита в общее дело. Нужно сказать, что эта идея не нова, и философское обоснование волонтерству в целом мы находим еще в XI веке в трудах таких исмаилитских философов, как Аль-Кермани и Насир Хусрав. Если мы обратимся к их трудам, то мы узнаем, что оба философа писали о неком первом пределе. Если мы берем терминологию Аль-Кермани, у Насира Хусрава место первого предела занимает всеобщий разум. И придавали большое значение истории всего человечества для создания второго предела. Второй предел должен был уравновесить первый и быть ему полностью идентичным, соответствовать ему. То есть если у нас есть первый предел, необходимо, чтобы был второй, и тогда осуществится некая полнота мироздания. И как раз-таки эта полнота мироздания может осуществиться только благодаря исмаилитской общине. Оба философа писали о том, что душа человека после того, как расстается со своим телом, после смерти, возвращается к своему источнику. В терминологии Аль-Кермани это некий второй предел, а в терминологии Насира Хусрава это всеобщая душа. И вот частные индивидуальные души, накопив знания в этом мире, с этим знанием переходят в иной мир и сливаются в некое единое целое. Таким образом, они как бы заполняют пустой сосуд второго предела или всеобщей души. Однако однажды этот сосуд заполнится, и вот тогда уже осуществится конечная цель всего мироздания, наступит баланс между первым пределом и вторым. Всеобщая душа станет равна всеобщему разуму. Собственно, ради этого и был развернут весь наш мир. Тут важно несколько моментов. Во-первых, история человечества в трудах философов XI века сводится к истории исмаилитской общины. Ну, это если мы возьмем глобально. То есть жизнь других людей, даже если они мусульмане, она не столь наполнена смыслом, как жизнь исмаилитов, поскольку необходимо не просто наполниться неким знанием законов физики, да, или знанием каких-то теорем, но нужно наполниться истинным знанием, которое доступно лишь через руководство имама времени. Ну, в нашем случае это Агахан IV на данный момент, 49-й имам исмаилитов. Без руководительства имама достичь истинного знания невозможно. И, как пишет тот же Насир Хусрав, всякий, кто пытается самостоятельно познать скрытые смыслы, является вором, который пытается проникнуть в сокровищницу хранителя ценностей и что-то оттуда без спросу взять. Но сокровищница хорошо охраняется, хранитель, в общем-то, тоже не зря к ней поставлен, поэтому ни к чему хорошему это не ведет. Второй же момент, который нам важен в этой связи, это важность знания в целом в исмаилитском обществе. Потому что прежде чем перейти к истинному знанию, необходимо подготовиться, да, пройти этап подготовки, а именно узнать все об окружающем мире. Поэтому, естественно, важность образования, важность вот этой духовной и умственной подготовки для принятия сокрытого исмаилитского знания, она очень важна. И даже сейчас, в 21 веке, если мы с этой точки зрения посмотрим на деятельность Агахана, фонда Агахана по развитию, на его деятельность в рамках
образования, то мы увидим, что все действия направлены на то, чтобы повысить способности исмаилитов постигать знания, и таким образом в теории каждый исмаилит должен смочь вобрать в себя, в свою душу, как можно больше истинного знания, которое доступно уже через Агахана. И волонтерство в этом плане играет очень большую роль, потому что это, получается, добровольный вклад каждого исмаилита здесь, в этом мире, в общее дело. Это как раз то, что душа частная будет делать в мире ином после смерти, а именно она принесет свое накопленное знание в эту общую копилку, в общий сосуд всеобщей души или же второго предела. Это то, как раз о чем писали исмаилитские философы в XI веке. Также Агахан в своих речах говорит, что важна одухотворенная самореализация, enlightened self-fulfillment. Это как раз добровольный вклад индивидуальной энергии в улучшение жизни других. И нужно сказать, призыв Агахана не остается без ответа. Очень много исмаилитов с удовольствием, с радостью и занимаются самообразованием, и посещают всяческие волонтерские проекты, и многое делают для развития своей общины. Перейдем от таких высоких материй к более приземленным, а именно к семье Агахана. Посмотрим, чем занимаются они. Принц Карим был женат дважды. В далеком 1968 году он женился на англичанке, модели, которая перешла в ислам и приняла имя Бегум Салима. У них родились трое детей. Это принц Рахим, принц Хусейн и принцесса Захра. После 25 лет брака их союз распался, и принц Карим женился повторно. В этом браке у него родился сын Али Мухаммед. Брак, правда, тоже распался через некоторое время. Все дети Агахана IV активно принимают участие в деятельности фонда развития. Например, принцесса Захра возглавляет департамент социального обеспечения и очень много ездит по командировкам. Принц Рахим является исполнительным директором фонда Агахана по экономическому развитию. А принц Хусейн работает в области охраны окружающей среды. Как я уже сказала, все, кто входит в семью Агахана, принимают ислам. И тем интереснее случай принцессы Захры, которая в 1997 году вышла замуж за британского бизнесмена Марка Бойдена. Дело в том, что Марк Бойден, который сейчас на фотографии, наотрез отказался принимать ислам. И принцессе Захре пришлось брать отдельное разрешение отца на брак, так как случай был из ряда вон, можно сказать. В этом браке у них родились сын и дочь, брак, к сожалению, распался, но принцесса Захра ведет очень активную деятельность, и ее часто можно увидеть в разных фотоотчетах деятельности фонда. Принц Рахим Агахан родился в 1971 году, получил высшее образование в США и Испании. Он женат, его супруга приняла ислам и получила новое имя принцесса Салва, и у них уже есть дети. Второй сын Агахана, принц Хусейн, женат дважды. Первый раз он женился на американке Кристин Вайт, которая приняла имя принцессы Халии. Однако через несколько лет их брак распался, и уже 4 года как принц Хусейн женат повторно также на американке, которая перешла в ислам. Что же касается четвертого сына Агахана, Али Мухаммада, самого молодого, то ему сейчас всего 23 года, и он только начинает свой путь в исмаилитском имамате, в фонде развития Агахана. Однако он уже довольно активно посещает разные мероприятия и принимает участие в различных проектах. И последнюю часть нашей лекции, дорогие друзья, я бы хотела посвятить такой теме, как история изучения исмаилизма в русскоязычном научном сообществе. Очень длинное название нашей подтемы, однако 20 век был веком создания и распада разных государств, и изучение исмаилизма велось как в Российской империи, так и в СССР, и продолжилось уже после распада СССР
на территории стран СНГ. Многие из этих исследований продолжают вестись на русском языке, хотя, конечно, не все. И итогом долгого периода исследований эсмоэлизма именно на русском языке стал сборник статей «Русские ученые об эсмоэлизме», изданный в 2014 году. В декабре 2011 года была проведена большая конференция, которую организовал Институт эсмоэлистских исследований в Лондоне. Это институт в рамках, опять-таки, образовательных проектов Агахана и Институт восточных рукописей Российской академии наук, который находится в Санкт-Петербурге. Научная конференция была посвящена вкладу русских ученых в изучение эсмоэлизма и была приурочена к 125-летию со дня рождения одного из как раз знаменитых российских востоковедов Владимира Алексеевича Иванова, о котором я рассказывала на прошлой лекции. В конференции приняли участие ученые из исследовательских и образовательных институтов России, Таджикистана, Великобритании, Канады. И материалы этой конференции как раз легли в основу вот этого сборника. Однако этот сборник является такой вишенкой на торте, когда нам уже есть на что оглянуться и о чем писать в сборнике «Русские ученые об эсмоэлизме». А началось все гораздо раньше, и мы поговорим немножко о первооткрывателе эсмоэлизма для русскоязычных ученых, а именно о графе Алексея Алексеевича Бобринском. Алексей Бобринский был из состоятельного рода, владел крупными земельными угодьями в Тульской области, и он совершил три поездки в Таджикистан и на Памир. Поездки были еще в конце XIX века, в 1895 и 1898 годах, а также третья поездка была в 1901 году. Но все вот на стыке двух столетий. Путешествовал он не в одиночку, он также брал с собой других ученых-востоковедов. Например, вместе с ним ездил Александр Александрович Семенов, о котором мы поговорим дальше. Алексей Алексеевич оставил нам ряд книг, описывающих его путешествия, его заметки. И он писал, что горцы очень гостеприимны, но о вере и обрядах рассказывали с неохотой. В разговоре с мусульманами-шиитами они представлялись шиитами, с суннитами-суннитами. А не мусульманам они предпочитали и вовсе не отвечать на вопросы о вере. Как раз Бобринскому удалось выяснить, что на Памире жители исповедуют исмаилизм, а исмаилизм — это одно из течений ислама. Хотя до этого бытовало мнение, что на Памире исповедуют не то буддизм, не то какую-то отдельную религию. Граф Алексей Алексеевич Бобринский был вынужден эмигрировать в Италию в 1918 году и прожил там последние 20 лет своей жизни, и там же он и был похоронен. Однако именно с него началось активное изучение исмаилитского региона, скажем так, а именно Памира. И, как я уже сказала, он ездил в своей экспедиции не один. Также его сопровождал Александр Александрович Семенов. Если граф Бобринский был энтузиастом, то Александр Александрович Семенов получил уже полноценное востоковедческое образование в специальных классах Лазаревского института восточных языков в Москве. И он защитил диссертацию по теме «Материалы для изучения наречия горных таджиков в Центральной Азии». Жизнь Александра Александровича в основном связана с Ташкентом, однако даже там он не прекращал изучать исмаилитов и памирцев. Он издал несколько статей, которые посвящены взглядам шугданских исмаилитов, например, на шейх Джалаладдина Руми или же на бухарского шейха Бехаудина. А кроме того, он издал «Историю исмаилизма», которая принадлежит перу Фидаи. Однако издал он эту рукопись на персидском языке без перевода, с небольшим вступлением. И, как отмечал позднее Владимир Алексеевич Иванов, издал он эту рукопись довольно небрежно. Однако в чем именно заключается небрежность Семенова, я сказать не могу.
так как требуется сличить, наверное, две рукописи, одну, изданную Семеновым, вторую, которую издал уже позже Владимир Алексеевич Иванов, и найти некоторую разницу. Пока что эта работа не проделана, и мы располагаем, по крайней мере, я нашла только рукопись Семенова Александра Александровича. Важен также вклад Семенова в изучение наследия исмаилитского писателя, поэта, путешественника Насира Хусрава. Александр Александрович издал шугнанско-исмаилитскую редакцию книги «Света» Насира Хусрава «Рошанаи-Наме». И это довольно важное сочинение дидактического плана, которое принадлежит уже сейчас широко известному исмаилитскому философу XI века. Но тогда он был еще не очень известен, и свет некоторый на наследие Насира Хусрава, хранящееся в горах Памира, в частных библиотеках, пролил также Иван Иванович Зарубин. Иван Иванович Зарубин был специалистом по малоизученным в то время памирским языкам. Его работы по таджикскому языку явились той основой, на которой в дальнейшем формировалось отечественное научное таджиковедение. И Иван Иванович несколько раз бывал на Памире, первый раз в 1914 году вместе с французскими коллегами. Они исследовали районы распространения бартангских и рушанских диалектов. А позднее, в 1915 и в 1916 годах, уже в одиночку, полтора года, Иван Иванович путешествовал по Памиру и обследовал все памирские языки. Также, естественно, он собирал рукописи, которые позднее были описаны и каталогизированы Ивановым Владимиром Алексеевичем, о котором я рассказывала на третьей лекции более подробно, но и сейчас несколько моментов также скажу. Владимир Алексеевич родился в Санкт-Петербурге, окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского университета, специализировался на персидском языке, однако после 1918 года оказался в Персии, откуда позднее переехал в Индию, где прожил несколько десятков лет, и вернулся в Персию только в 1959 году в связи с ухудшением здоровья. В Тегеране он прожил до 1970 года, там же умер и похоронен на русском кладбище в Тегеране. Владимир Алексеевич занимался персидскими рукописями, и еще до своего отъезда в Персию в 1918 году как раз описал собрание рукописей Зарубина, которые тот привез в 1916 году. А позднее уже, когда он работал в Индии под началом исмаилитов и был допущен к исмаилитским рукописям, он открыл всему миру наследие низаридского течения исмаилитов, постоламутского периода их истории. Владимир Алексеевич очень многое опубликовал, многое проанализировал даже, внес неоценимый на самом деле вклад в историю изучения исмаилизма как в России, с которой в годы существования Советского Союза он не терял связь с Родиной и вел переписку с научными сотрудниками различных институтов. И он внес вклад как в изучение исмаилизма в России, так и в изучение исмаилизма за рубежом, а именно в исмаилитском имамате, который позднее уже организовал Институт исмаилитских исследований. И нужно сказать, что Владимир Алексеевич многое сделал для того, чтобы Насира Хусрава, чье имя я уже сегодня упоминала, исмаилитского философа XI века, вообще приняли за философа. Потому что на тот момент, на начало XX века, Насир Хусрав был больше известен как поэт и путешественник. Причем поэт среднего такого порядка, так как его косыды, его стихотворения не отличались особой образностью, красочностью, ну и, в принципе, были довольно занудны по сравнению с произведениями более известных поэтов. Однако позднее уже, в том числе и благодаря нашим
иронистам, благодаря их анализу стало понятно, что Насир Хусрав явился пионером в такой области, как дидактическая поэзия. И, в общем-то, в старых формах, которые были приняты до него, он постарался вместить новые смыслы, исмаилитские смыслы. Поэтому его касиды не с первого раза были поняты и приняты даже в начале 20 века научным сообществом. А вот Владимир Алексеевич как раз в 1948 году опубликовал монографию «Насир Хусрав и исмаилизм», в которой впервые показал Насира Хусрава как философа, как незаурядного мыслителя, взгляды которого заслуживают глубокого анализа. За это, конечно, Владимиру Алексеевичу отдельное большое спасибо, потому что эту мысль подхватили на территории Советского Союза и стали активно заниматься исследованием наследия Насира Хусрава и его стихотворного наследия, и прозаического. Перед вами памятник Насира Хусрава, во-первых, который стоит в Таджикистане, по-моему, не буду врать, но мне кажется, что в Хароге. А с правой стороны вы видите обложку книги Андрея Евгеньевича Бертельса «Насир Хусрав и исмаилизм». Название повторяет название монографии Владимира Алексеевича, однако книга Бертельса была издана 11 лет позже, и у нее, конечно же, другое содержание. Но, тем не менее, в этой книге излагалось исмаилитское учение в его связи с различными другими учениями ислама, чего не было сделано ранее, а также была проанализирована концепция знания философии Насира Хусрава. Нужно сказать, что политика развития республик была такова, что у каждой республики были свои писатели, свои философы, свое культурное наследие. И когда встал вопрос о том, каково наследие Таджикской республики в рамках Советского Союза, то, естественно, ученые обратились к творчеству Насира Хусрава. Это, в общем-то, большой плюс. В 1965 году была издана монография Ашурова «Философские взгляды Насири Хисрава». Немножко другая транслитерация в его названии имени исмаилитского философа. И в этой монографии особое внимание было уделено проблемам онтологии и гносеологии философии Насира Хусрава. Ну и, наверное, пиком исследования философского вклада Насира Хусрава в советские годы была монография Дади Худоева «Философия крестьянского бунта. О роли средневекового исмаилизма в развитии свободомыслия на мусульманском Востоке» 1987 года. Это довольно обширное исследование. Оно, конечно, политически ангажировано, но, тем не менее, там наиболее полно рассмотрена история исмаилитского учения. И сейчас я бы перешла к некоторому обзору, наверное, современных работ, касающихся исмаилизма и Насира Хусрава на русском языке. Здесь я должна упомянуть книгу Лейлы Дады Худоевой и Марины Рейснер «Поэтический язык как средство проповеди. Концепция благого слова в творчестве Насира Хусрава». Книга 2007 года. Мне кажется, она будет полезна как философам, так и лингвистам, литературоведам, возможно, даже историкам. Очень глубокий анализ поэтических произведений Насира Хусрава в этой книге представлен. И проанализирован поэтический язык. Как раз то, о чем я говорила, Насир Хусрав явился основателем дидактического жанра в поэзии, одним из первых начал использовать поэтическую форму для распространения неких морально-нравственных концепций и исмаилитского учения, что очень хорошо показано вот в этом исследовании. Также на русский язык переводится довольно много книг Института исмаилитских исследований. Я здесь представила только одну, которая посвящена Насиру Хусраву, его биографии, его духовной, его философской биографии. Все переплетено в книге Элис Хансбергер «Насир Хусрав, Рубин Бадахшана».
Книга легко читается, очень много в ней цитат из различных произведений Насира Хусрава. Нужно сказать, что Насир Хусрав нам оставил довольно большое наследие. Это и сборник его поэтический «Диван стихов», и его книга путешествий о семилетнем путешествии в Мекку, Медину, в Египет и возвращение в родной Балх. А также это несколько прозаических философских трактатов на персидском языке. И здесь я не могу не упомянуть про книгу своего авторства «Насир Хусрав и его философские взгляды». Как раз в этой книге я представляю анализ философских взглядов Насира Хусрава в основном на произведение «Гошаеш Рахаеш», перевод которого я даю в качестве приложения в этой же книге. Как мне кажется, следует представлять концепции араб-мусульманских мыслителей, отталкиваясь от метакатегорий, заложенных в самой араб-мусульманской традиции. Я попыталась в этой книге как раз представить взгляды Насира Хусрава как некое дерево, у которого есть основа, есть ветви, но это все взаимосвязано, и вот эту взаимосвязь я старалась не потерять и, наоборот, подсветить, скажем так. А о состоянии современном исмаилитов Памира я рекомендую всем обратиться к книге Тахира Каландарова. Она очень свежая, 2022 года. Я ее читала, мне очень понравилось, всем рекомендую. Она как раз посвящена исмаилитам Памира, в основном, конечно, московской диаспоре, но также Тахир Каландаров рассматривает историю исмаилитов на протяжении всего 20 века. Осталось сказать только, что в 2017 году был алмазный юбилей Агахана IV, 49-го наследного имама исмаилитов. Растянулся он, в общем-то, на год, если не на полтора. Прошел он очень хорошо. Достижения техники 20-21 века позволили всем либо прилететь в Лиссабон, где сейчас располагается резиденция имама, либо посмотреть потом некоторые отрывки в записи и, так сказать, стать соучастником, да, этого праздника. В 2019 году Агахан был в России, был в Татарстане с деловой поездкой. Сейчас ему уже 87 лет, однако он бодр здравствует, и надеемся, что так будет еще относительно долго. И желаем, наверное, нам всем быть такими же активными, верить в лучшее в людях и стремиться к благу всего человечества, как и Агахан IV. Спасибо всем за внимание. Я напоминаю о группе в Телеграм-канале, где можно найти много полезной информации по всем лекциям, которые были в рамках этого цикла лекций. Всего доброго!